богатом урожае мечтает каждый дачник-садовод. Но, увы, у некоторых мечты так и не воплощаются в реальность. А между тем, секрет супер-урожая довольно прост. Помочь растениям завязать плоды может не корневая подкормка борной кислотой, которая продается в каждой аптеке. Такая обработка, говорит специалист, повышает урожайность на 20-30%. Главное – провести ее вовремя и правильно. У нас тут по соседству две сестренки – ежевика и малина. И они цветут практически одновременно у нас. Вот малина немножко опередила, и вот уже мы видим даже зависть. Вот. И как раз будет, кстати, вот эта подкормка борными удобрениями. Бор, он оказывает благотворное влияние на физиологические процессы. Он применяется только во время цветения, потому что, скажем так, отвечает за цветение. Ну, не сколько за цветение, сколько за завязываемость плодов. Кстати, благодаря своевременному и правильному применению борной кислоты вы не только увеличите урожайность, но и значительно повысите и качество ягод. Дело в том, что бор отвечает за правильное усвоение кальция. Таким образом, борная кислота способствует увеличению в плодах содержания сахара, витамина С и каротина. Но обратите внимание, использовать борную кислоту нужно правильно и очень осторожно. Для того, чтобы обеспечить растения бором, можно использовать борную кислоту, растворяя ее в воде. Ну, обязательно читайте инструкцию, потому что если вы обработаете слишком высокой концентрацией раствора, то излишки бора будут аккумулироваться, накапливаться в плодах и сделают их даже ядовитыми. Важно! Ни в коем случае не превышайте рекомендованной дозировки, иначе от бора будет не только польза, но и вред. Причем и для растений, и для человека. Итак, рабочий раствор борной кислоты для внекорневой подкормки готовится следующим образом. 5 граммов препарата растворяют в 10 литрах воды. Желательно работать, конечно, в утренние часы, в вечерние часы, когда не жарко, когда нет солнца, потому что капельки раствора на листиках могут выступать как линза. Совет. Проводя опрыскивание, желательно смочить как верхнюю, так и нижнюю поверхности листьев, так как через нижнюю часть питательные элементы лучше впитываются. Такую подкормку рекомендуется делать один раз в год, иногда даже раз в два года. Кстати, опрыскивать борной кислотой, чтобы повысить урожайность, можно не только малину и ежевику, но и другие плодово-ягодные и овощные культуры. Надеемся, этот нехитрый совет поможет вам всегда получать богатый урожай, сохранять растения здоровыми и сильными. Помните, в природе есть все. Главное – уметь пользоваться ее благами. Удачи!